Смартфон Vivo V13 Pro спереди напоминает Samsung Galaxy S10 Plus, он получит емкий аккумулятор и 5 камер. Источники опубликовали изображение и первые подробности о характеристиках нового флагманского смартфона Vivo V13 Pro. Устройству приписывают экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма, который покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. В правом верхнем углу экрана расположена сдвоенная фронтальная камера с датчиками изображения разрешением 24,5 мп. В целом по дизайну лицевой панели новый смартфон очень напоминает еще не анонсированный Samsung Galaxy S10 Plus. Дактилоскопический датчик встроен по поверхности дисплея. В тройной основной камере будут использоваться датчики изображения разрешением 48, Sony MX586, 12,5 мп. Смартфон будет построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio P90, у него будет 6, 8 или 10 гигабайт оперативной памяти, а также 64, 128 или 256 гигабайт флеш-памяти. Устройство сможет работать в сетях 5-го поколения, емкость аккумулятора составит 4500 метров, а ЧЕ зарядное устройство будет иметь мощность 20 вторник. Из коробки Vivo V13 Pro будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.